Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы возвращаемся во вселенную Марвел вместе со Звездным Лордом и его командой продолжаем космические приключения в игре Стражи Галактики. Трекер подключен. Подтверждаю, золото на вшивой вмятие сакрали. Пристегните ремни, будет жарко. Вмять. Сейчас. Сейчас. Нашел? В системе Альфа Геркулеса, в краеугольном камне. Есть, координаты введены. На этот раз им не уйти. Вырубай, вырубай! Корпус снова! Миросознание, видимо. Ох, да ладно. Что ж, сделали, что могли. Ники там, среди них. Должен быть способ. Да, можно побить их с помощью более могучего флота. К сожалению, у нас такого нет. Ребят, мы же короли безвыходных ситуаций. Неужели никаких мыслей? Продать ламу, например. Ладно, ракета, давай. Дракс, начнем с тебя. Дракс. Ты благородных кровей. Я думаю, пора принцу Спарты вернуться и сплотить свой народ. Ты на Спарте-то давно был? Я не был, но спартанские технологии превосход... В войну Спарту из-за технологии разорили. Там даже посадку не совершить. Ракета, а ты? А опустошители? Предложи временное перемирие. Йонду гниет на Килне по моей вине. Вытащим его. Побег с Килна? Я скорее против флота церкви выйду. Я вытащу его. Да, ставлю на Гамору. И я ставлю. Я тоже, но что это меняет? Опустошители разбрелись во время войны. Кто-то выжил, залег на дно или мотает срок на какой-нибудь глухой планетке. И потом, что за пират без корабля? Чувствую, лама договорится, мне кажется, по-любому. Так, Грут. Грут, примем любую мысль. Я есть Грут. Не, эту не примем. Мы не свяжемся с Читаври. Да, такой Джокер в рукаве нам и нужен, но только не этот. Эти гады выстрелят нам в спину. Если сперва не выстрелят в лицо. Блин, может, стоило обращать на нее внимание? Подождите, давайте с Гаморой, потому что на ней появилось облачко диалога. Гамора, идеи? Может, на Земле есть герои, готовые помочь? Ребятки в пижамах? В мощных пижамах? Поверьте, земляне пока еще не настолько продвинуты, а нам нужен флот. Ну давай, лама, послушаем тебя. Постойте. Что, если ответ все это время у нас под носом слюни пускал? Питер Квилл, этот зверь не управится с кораблем. Я не это имел в виду. Только подумай. От камня нам особой пользы нет. Но и церкви она без надобности. Это они нам мозги полощут. Спорим, животные им не интересны. Им нужен был космо. Разум космо совершеннее нашего. Интеллект сделал его уязвимым, так же, как и ракету. Спасибо, но я не животное. Да я к тому, что мы знаем кое-кого с армией зверья. Уверен, Рейкеру она до лампочки. Как удостовериться, что она не с ними? Я есть Грут. Стражи Галактики! Она не с ними.
А ты не забыл, что она так рвется скормить нас своим деткам? Ребята, это оно. Наш последний шанс на успех. Придется как-то извиниться, исправить положение. Вот, как насчет подарка. Умаслим ее. Я в клетку больше не пойду. Нет, ты бери выше. Намного выше. Бери зверя, за которого она родину продаст. Драк знает, о чем речь. О, да! О, нет, нет! Начинается! Ну что, полетели! На Маклу 4. Биться с легендарным Финн-фан-фумом! Ох, что-то начинается, друзья, какая-то знатная заваруха. Вопреки всему, глава 13. Легендарный Финн-фан-фум. Да ладно, мы что, правда туда полетим? Говорят, с колец Маклу 4 постоянно льется огонь на головы грешных выродков, живущих внизу. Отпад. Уверен, на деле все гораздо хуже. Точно. Многие мои земляки отважились на этот опасный путь до меня. Так и не вернулись. Нет! Хватайтесь за что-нибудь! Пижон! Ха, а то! Зачем? А куда рулить-то? Рулить-то куда? Посадите Милану, не разбившись. Затопли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Финн-фан-фума. Мы не разобьемся! Еще как разобьемся! А где? Где он? Финн-фан-фум этот? Где? Где? Где он? Нет! Ну блин! Подожди, я не знаю, а маневрировать-то можно хоть как-то? Потому что корабль практически меня не слушается. Очень туго управляется. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем, что-нибудь решим. Нет, чисто нет. Мышкой, короче. Стабилизаторы сдохли! Системы ремонта перегружены! Если нам суждено разбиться, старайся попасть в Финн-фан-фума! Ай, шесть, нет! Еще как разобьемся! Короче, синие можно ломать, а вот красные не стоит. Мять! Я хочу сбросить скорость! Рули! Рули! Хватит орать! Рули! Берегись той штуки! Да я не знаю, что делать! Не надо во все врезаться! Может быть! Если в идеале, то да! Питер! Беречься той штуки, да, я понял! Хвост! Какая жесть! Какая жесть, прощемись! Виноват, это было не нарочно! Значит, все остальное нарочно? Сейчас врежемся! Держитесь за что-нибудь! Грут, смотри, растянулся, красавчик. Что ж, слегка отряхнуло, но главное, все целы. И мы смеемся, это... круто. Это блестяще! Класс! Так мы паркуемся! Вернее, так Вил так паркуется. Сегодня нам не судьба умереть. Ну разве что Финн-фан-фум съест нас целиком. Все, вы его найдите сперва. Двинули? О, безумие. Так мы паркуемся. Ну что ж, давайте выдвигаться. Эй, по-моему, это не должно искрить. Разберемся с этим, когда поймаем дракона. Да опять они закрыли холодильник. И убедим леди Хеллбендер помочь нам справиться с церковью. Прежде чем отправляться в путь, поднимем наш боевой дух кататианским гимном. Что? Сейчас? Знаешь что? Вмять это все. Давай споем. Слушайте внимательно. Древний кататианский могучий язык, слова которого несут великий смысл. Я начну, а вы подпевайте.
Сотраджу Тутлук, Белдар Омаргат, Солтат Фландургард. Сотраджу Тутлук, Белдар Омаргат, Солтат Фландургард. Таргат Гонат Кол, Волмаки Ултат, Готен Когалмак. Таргат Гонат Кол, Волмаки Ултат, Готен Когалмак. Элмалфин Сардут, Джуткай Нагалтау, Готен Когалмак. Галмак, солтат Фландур. Это кончится когда-нибудь, интересно или нет? А про что была последняя строчка? Солтат Фландургард. Это значит, и мы победим. Отлично. Грут красавчик, лучше всех вообще Улана слова повторял. Улана самоуничтожится, пока нас не будет, правда? Сколько мне еще повторять? На корабле, скорее всего, нет системы самоуничтожения. Значит, скорее всего, она есть. Ты в норме, дружище? Я есть Грут. Красавчик. Я знал, что этот день настанет. Мне суждено сразиться с повелителем драконов Кокаранта. Но не знал, что тебе будет помогать такая команда засранцев. Ты прав. Но я благодарен судьбе, подарившей мне эту честь. А команду засранцев? Мы со всем справимся, я знаю. Конечно, мы должны. Ради Ники. Ну что ж, там что-то прозвучало про повелителя драконов. Это уже интересно. Драконов уже не существует. Холодно, как в криокамере. Говоришь так, будто ты там бывала. Будешь придираться к каждому слову или искать Финфанфума и спасать галактику? Я за Финфанфума. И спасение галактики. Если, конечно, Хеллбендер согласится. Эдди Хеллбендер согласится. Так, ну что, какашек Фума пока не видно? Нужно искать охотничьи метки. Легенды о пламени с небес не лгали. Есть еще легенда об этом месте? Легенды о славной смерти. О, главное, что о славной. Не, на самом деле, довольно интересно вот этот момент сделан, да? То есть, на орбите есть кольца с какими-то, не знаю, прямоугольниками. Кажется, кто их создавал, только интересно. Новые боевые шрамы. И они падают с неба все время. Наверняка сыпят деньгами. Обновлю на нем краску и поставлю самые навороченные системы. Я есть Грут. Ну куда тебе целый парник-то? Я есть Грут. Ну ладно, потом обсудим. Осторожно! Все разваливается! Мы здесь не для того, чтобы погибнуть от льда и камней. Есть лишь один достойный способ умереть на Маклу 4. Повторить путь моих собратьев. Кто-нибудь, напомните Драссу, что мы здесь не смерти ищем. Никто не умрет. Мы схватим Фума живым и отвезем его леди Хеллбендер. Живым! И заручимся ее помощью, чтобы уничтожить флот... Так, Дракс, направь-ка свой энтузиазм на этот камень. Я представлю, что это голова Финфанфума. Класс. Дракс только что раздробил череп тому, кого мы ловим. Прощай, галактика. Вам нечего бояться. Я есть Грут. Грут хочет насладиться пейзажем. Не торопись. Вдруг это наш последний шанс чем-то насладиться. Думаете, Фум там? Из книжек в жанре фэнтези я запомнил, что драконы любят тусить в горных пещерах. Грут спрашивает, не было ли в книжках чего о ловле драконов. По-моему, там было что-то про работу в команде и доверие. Подробнее он не помнит, потому что не дочитал. Я прочитал кучу книг про драконов. Понятно? И в них всегда была гора. И добро всегда побеждало. А нас там вряд ли кто-нибудь напишет. Кажется, впереди что-то есть. У этого есть огромные когти. Смотрите, здесь были мои собратья. Кажется, мы видели их в памяти Дракса, когда Мантис нас соединила. Это охотничьи ветки Кататиан.
Ну, расскажи, Дракс, что-нибудь интересное. Сколько ж тут было отважных кататиан. Когда Танос разрушил Катат, мой народ остался ни с чем. Он лишился родины, лишился надежды, и тогда многие отправились сюда. А, и сколько этих смельчаков вернулось? Ни один. Они все пали жертвами Финфанфума? Не жертвами. Они искали последней битвы, искали славной смерти. Они отправлялись сюда в поисках смысла жизни? Хотели попасть в Ултат? Значит, ты все-таки слушал меня на забвении? Конечно. Одни были предателями или преступниками, которых ждал только Сардут. Другие были больны или умирали. Но они добрались сюда и бросили вызов самым страшным чудищам галактики. Уважаю таких ребят. Скоро и они будут уважать нас. Представляете, армия таких, как Дракс, да? Вот что они способны сделать? Да даже взвод таких, как Дракс. Так, интересно. Ракетка, ракетка с тени. Но нет смысла бросать вызов Финфанфуму. Моя погибель близка! Останови его! Надеюсь, этот план встретится с этим сработает! А, блин, не то. Немножко не то сделал, ладно. Что-то подзабыл уже. Да тихо, подожди, малыш, подожди. Давай, кто там? Гамора, режь. Смотри, что она вытворяет, да, безумная. Кошка, извергающая споры, пока не уязвит! Все кошки денутся, когда им все пришлют следы в оба! Счется! Счется! Постарайся вдыхать как можно меньше спор! Здесь до нас сражалось так много катапиан! Знаешь, что никто из них не выжил? Вперед, брат! А у меня у одного в флэшбеке сигнал худеет. Можно бить его мягче и живо. Делайте врагу, Гамора. Он похож на ходячую кучу прыщей. Тогда давай их выдавим. Давай, ракета. Не тратьте пули. Тут нужно что-то особенное. Помоги. Зеленые облака пыли — это всегда такой знак, Клин! Проси Грута! Теперь очередь за Финфанфумом! Мне вот интересно, по шкале от 1 до 10, насколько Фум больше, сильнее и страшнее, чем тварь, с которой мы сейчас дрались? 10 000! Так я и думал. Никто не обещал, что будет легко, ракета. Это верно! Да, шансы на победу паршивые. Очень. Но на что еще надеяться галактики, если мы не победим? Именно. Мы видели, на что способна церковь. И чтобы не ожидало нас на этой планете, мы обязаны поймать Фума и уговорить леди Хеллбендер нам помочь. Хорошо, сейчас вот сюда еще загляну. Потому что, по идее, здесь должны быть костюмчики. По идее. Если мы пойдем в бою, знайте, что Финфанфум сохраняет черепа противников, которых он счел достойными. Я не хочу, чтобы Фум играл с моим черепом. Он не станет. О, смотри. Он прибьет его к своему трону из черепов. Гамора, по-моему, с этой штуки я смогу осмотреть окрестности. Только поосторожнее, Питер. Ого, отсюда видно весь кратер. Может быть, Фум все-таки не сидит под горой, а разгуливает где-то там? Тебе виднее. Но если бы я был драконом, я бы точно пошел туда побродить. Легенды и впрямь гласят, что Финфанфум таится в крупнейшем кратере Маглу. Ну и отлично.
Переберемся через край и попробуем туда спуститься. Чик-чик, Гамора. Будет сделано. Здесь полно пещер и других мест, где нас могут поджидать неприятные сюрпризы. Хала, сохрани. О, здесь следы когтей. Это же следы Фума, да? Он даже больше, чем рассказывали. Да. Что ж, когда найдем его, не будем лезть ему под лапу. Что это за прямоугольники? Отлично! Мы сделали первый шаг к тому, чтобы перебраться на ту сторону. А каким будет второй шаг? Еще не придумал. Так, и... А, скорее всего, Дракс будет бросать камешек, да? Вот бы тут ничего не было. Само собой. Куда передвинуть? А, передвинуть, подожди. Кидай. Легко. Куда поставить? Ну куда? Вот туда моя кидай, я не знаю. Куда поставить? Преисподние? Ледяные пейзажи. Ты думаешь, я поверю, что не было? Чума сотни миров любила рисовать красивые картинки. Они не были красивыми. Они были печальными. Я могу расчистить его от обломков. Я брошу в них чем-нибудь. Как насчет Квилла? Давай, ты добросишь. Из его мягкого тела выйдет плохое орудие разрушения. Последний шаг, Дракс. Впервые вижу тебя в таком хорошем настроении. Да, ведь ты никогда не видел меня на Великой Охоте. А как же задание в карантинной зоне? Ты про провал в карантинной зоне? Дракс, я знаю, что ты давно этого ждал. Наслаждайся. Спасибо, Питер Квилл. Должен признать, после всего, что произошло, мне это нужно. Знаешь, если бы мы... Приготовьтесь! Впереди что-то есть. Летучка сработала? О, смотри, ледяная какая! Крокозябра! Ну, супер! Очередная закрутка Фума. Не стоит недооценивать то, что выживает на этой планете. Логично. Подожди, а чё не это? А, все, наконец-то. Подорви, пакет! Если так будет продолжаться, мы не успеем спасти Никки! Она не хочет, чтобы ее спасали, Питер! Чё, еще что ли? Это битва лишь раз. А подожди, а Гамора, где Гамора-то? У нас нет времени на разминку! Ритуал Рейкера начнется в любой момент! Я знаю, что слишком редко говорю вам это, но я очень вас ценю! Мы прошли долгий путь, Питер Квилл, но он еще далек от совершения. Ничего тебе! Ну, Питер, мой бит! Продолжается. Так, а теперь давайте остановимся и подумаем. С каких пор мы этим занимаемся? Что, если мы не успеем? Что, если Рейкер закончит начатый ритуал? Ну, тогда мы зря сюда прилетели. Вовсе нет. Если нашим последним свершением станет битва с Финфанфумом, это будет достойное свершение. На кой хвост мне это? Я предпочитаю выжить. Тогда будем надеяться, что успеем. Ладно, давайте придумаем, как здесь пройти. Ведь мы вроде как спешим. Отлично, мы все ближе к цели. Надеюсь. Смотрите, впереди опять зловещие горы. Не нравится мне на этой планете. Я все жду, что Фум цапнет нас за задницей. Финфанфум — легендарное существо. Легендарные существа не цапают за задницы. Возможно. А вот умные цапают. Мяч! Чуть не задело. Говорят, Финфанфум нарочно ведет возможных противников по самым опасным местам планеты. Точно, эти легенды брешут не хуже, чем про леди Хелбен. Осторожно. Так, что тут у нас? Грут, ростки. Слышь, на 5 часов. Не знаю, что это значит. Таким газом траванул. Понятия не имею, о чем ты. Ну да, ну да. А у меня идея. Может, заманим Фума в такую газовую пещерку, чтобы он вырубился? Это круто. Последний раз повторяю, Дракс. Мы не будем убивать Финфанфума.
мы его поймаем и отдадим леди Хелбендер, в надежде, что она нас простит и поможет в бою против церкви. Так, а здесь что было, не пойму. Что-то там есть. А, ресурсы просто, хорошо. Секундочку, Ракета, ты что, зашел в воду по шею? Мы же собираемся завалить легендарного дракона. На кону судьба всей галактики. Я не собираюсь быть обузой. Ого, это поразительно. Ты поборол. Так, подожди, а это? Есть вещи поважнее страхов. Кто-нибудь может помочь, нет? Что-то нигде ничего не подсвечивается. А, вот, Дракс может, хорошо. Нужны мускулы, Дракс! Отойдите! Слушайте, а может вместо Фума леди Хелс относиться с этих тварей? Жди, Гамора! На нас напали новые демоны! Нет, собрать не должна была бы их убивать! Так, а ну давайте глянем, есть у нас какой-нибудь вариант с прокачкой способностей. Здесь у нас фул, здесь фул, здесь нет. А, ну давайте возьмем вот эту последнюю способность. Все. Спасибо, Грут. Все правильно сделал. Задрочу тут лук! Задрочу тут лук! Белдор Омарга! Солдат Фландургар! Это точно оружие в стиле Дракса. Что так долго? Да иду я уже! Подождите! Отлично, коллекционный предмет. Он будет крепче этого булыжника, Питер Квилл. Я знаю. Я пытаюсь быть оптимистом. А, мы вот где уже, ничего себе. Укрепляет командный дух? Его не нужно укреплять, наш. Честно? После всего, что мы пережили, я понял, что ни на кого вас не променяю. Ребят, я люблю вас. Гадость какая. Некоторые вещи лучше не принимать. Жесть! Что-то резко-то. Что-то резко. Я не готов. Слушай, как у них все ловко получается, в отличие от меня, да? Питер постоянно на волосок. То тут, то там. Подожди, блин, там же был другой проход. Острые! Очень острые! Это ничто по сравнению с легендарными зубами и когтями Финфанфума. Знаешь, я буду очень разочарована, если он не оправдает ожиданий. Так, секунду, я вот туда вот схожу, пожалуй. Я потом посмотрю, Гамора, извини. Я вот сейчас вот сюда схожу, потому что там был какой-то проход, мне кажется. Куда-то вот сюда, вот в бок. Да-да-да, вот сюда вот можно вылезти, нет? А, нет, смотри, нельзя, да? То есть вообще никак нельзя туда пройти, получается, да? Ну там же явно, да, вот здесь вот явно же проход. Ну, допустим. То есть он не может даже в бок пойти. Ну ладно. Будем знать. Планетка, конечно, под стать этому легендарному монстру. Все говорят, что он какой-то дракон. Ну, посмотрим. Прям все такое острое, да? Суровое, суровый климат. Думаешь, Фум? Скорее, это люди. Класс, может, подскажут, где он? Или нападут на нас. Я могу проникнуть в лагерь и поискать слабое звено. Найду того, кто там главный, и пущу ему кровь у всех на глазах. Это шокирует остальных и, возможно, заставит сдаться. Потом мы их перережем. Да что-то как-то это... Ну да. Узнать, все ли в порядке.
тебя все в порядке? Слушай, у тебя все в порядке? Мы почти не говорили после. Разговоры о сестре? Да, и прочих неоднозначных моментов. Я в норме. Забудь. Ладно. Питер, велик шанс, что Ники уже не спасти. Нет, я не согласен. Если это так, от меня будут ожидать решительных действий. Она моя дочь. А я убийца. Мы оба знаем. До этого не дойдет. А если дойдет? Если встанет выбор между ней и всем остальным миром. Питер, ты ведь пойдешь на все ради близких. Мы оба знаем, что я... Мы оба знаем, что ты так же поступишь. И поэтому ты нужна мне, чтобы вернуть мою малышку. Живой. Надеюсь, ты прав. Так, ну вот и поговорили, как говорится, хорошо. Сотраджу тутлук, Пелдар омаргат, Солдат фландургат. Грут вообще идеальный собутыльник, не надо повторять два раза, да? Подпевай. Сам будет подпевать, где? Нет, это не Фум, что ты врешь-то? Чертов сурок. Жесть. Сотраджу тут лук, Телдарх омаргат. Я есть Грут. Погнали! Не нравится мне! Ничего не вижу, ничего не вижу, ничего не вижу, не знаю, куда еду. Такая крепкая! Подожди, а... Нет, не сработало. Но она явно подсвечивается, эта фигня. Может, что-то можно с ней сделать здесь вблизи? Нет, ничего нельзя. Ну, окей. Ух ты! Эй! Мы ищем Финфанфума, не видел? Большокрылый, клыкастый. Лиловые шорты. В смысле лиловые шорты? Я слышал, он в лиловых шортах. Старые легенды гласят нам об этом. Съел? Это летит на нас! Там не пройти! Все за мной! Что в стену? Верь мне! О, да. Это я понимаю. Покажи, на что способен. Сейчас. Так, 4. Плазменное что-то там, да? А, вот как это работает прикольно. Это тоже расплавь. И вон ту. Я, удача сегодня на нашей стороне. Я тебе так завидую, Квилл. И не зря. Там чей-то позвоночничек лежит. Холодно. У тебя хоть мех есть, а Грут почти что голый. Грут не мерзнет, зато вот в жару сразу начинает ныть. Эй, все мы возгораемые. Что это такое? Перестань, ракета, ты ведь уже не боишься воды. Это не вода. Ну, жжется. Ну, а как? Не могу подпрыгнуть. Да ладно. Похоже на волшебную грязь, которую я делал в детстве. Прикольно. В грязи нет ничего волшебного. Ты просто не бывал в спа на контракте. Это так. Не подумал бы, что ты ходишь в спа. Повторюсь, волшебная. А, отсюда не растопить, смотри.
Подожди, а как тогда вопрос? Почему тебе вечно достаются лучшие игрушки? Что? А как же твоя странная пушка, которая выворачивает всех наизнанку? Отойдите, смертные. Дайте клавинатору совсем разобраться. А, вот как это работает. Прикольно. Псевдоним. Да? Есть варианты? Питер Жаркий Ствол. Нет. Капитан Огненный Шар. Это не Огненный Шар. Скорее, Горячий Шарик. Капитан Горячие Шары. Нет, нет. Откуда ты знал, что пушки сработают? Они уже трижды нас спасали. Откуда ты знал, что они расплавят стену? Так я не знал. То есть с тем же успехом мы могли умереть? Да. Вообще, по-хорошему, вы должны были умереть. Там такая должна была быть взрывная волна. Там просто без вариантов было выжить. Не знаю, каким образом вы выжили после падения такой штуки. Там должны были быть такие колоссальные разрушения. Просто без шансов. Еще разок, Грут. Прямо туда. Так, сюда не нужно. Окей. Ой, заваруха будет сейчас. Рот мне хвост. Может, это его и... Вдруг он хочет пообщаться? Даже не думай. Я есть грудь. Звездный лорд! Видите? Звездный лорд! По-моему, его это начинает раздражать. Да, в его голосе явно звучала ненависть. Квилл умеет найти подход. Гляньте, какие тут деревья. Только лучше издалека. Пщется. Ой, жесть, тихо. Грот говорит, в этой штуке едкие споры. Держись подальше. Смотрите в оба. Я чую ловушку. У тебя очень острое обоняние. Я ничего не чую. Хотя нас до сих пор преследуют снежные. Гори, сволочь, гори! Ха-ха, неплохо. Вот это мне никогда не надоест. Получается, ближе подходим, выпускает смертельные споры какие-то, да? Это растения. Грот говорит, они это заслужили. Тихо. Продолжай, я начинаю согреваться. Капитан Горячий Шары сразил еще раз. Мне все еще не надоело. Так, знать бы нам правильную дорогу. Фум ощутит наше прибытие и ринется нам навстречу. Эти штуки выросли в ледяном аду. Вряд ли ты сможешь их перестрелять. Ты уже просто жжешь траву. Придумай что-нибудь еще. Да блин. Удивительно, что леди Хеллбендер не переселилась. А у нас нет больше до этого. Тут слишком холодно для леди Черепа. А Дракс вроде подожди, нормально. Нет, восстановилась. Я хочу вот сюда уйти. Выдерживать долгие и суровые зимы. Зима жаркая. Там что-то есть наверху. Ну, хватит. Ты уже просто жжешь траву. А, ресурсы, да, смотри, палочка вот эта. Какие-то записи, интересно. Но читать их, конечно же, я не буду, друзья. Да кому интересно прочитать? Четыре прекрасных. На свой больной лад.
Мне все еще не надоело. Я есть. Да, согласен. Мы заслужили отпуск. Желательно на нормальной планете, где никто не пытается нас убить. Учитывая, что теперь твои планеты. О, заваруха будет сейчас по-любому. Контраксии. Смотри, Камил, война вон на всю друг. По-моему, общение не задалось. Ой, серьезно, ребята, я чувствую. Так, плазменный выстрел наносит продолжительный урон. Окей, ладно, я думаю, я справлюсь. А, все, минус один, хорошо. Индиго! Ха! Дошло! Они тебя не слушают! Удивительная скорость для таких габаритов! Недостаточно быстро! Не такие уж и умные нас связали с нами! А, славный бой разогревает трон! Эти бомбы, кстати, тоже! Ах ты, хорош какой, а, красавец, молодец! Тихо, 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 тихо! Сбрасывай! Моя великая сила не используется! Сейчас, Дракс, подожди! Ракета, никого не жалеть! Определенно, эти создания служат пропитанием для фуг. Как угодно, лишь бы мы не оказались на их месте. Они напоминают мне снежного человека. Сейчас! Нет, это трупаки! По всей видимости, они адаптировались к этим условиям. И все равно тут они сдохнут. Славный бой разогревает трон! Понятия не имею, почему ты все еще без рубашки! Да вставай ты, Питер! Залип лежишь! Еще один где-то, да? Они тебя не слушают! Крил, напусти меня на этих слезцов! Все, мне надоело играть с этими мартышками. Виндиго. Мы реально будем их так называть? Но они же все время орут Виндиго. Вот. Похоже, они еще вернутся. Может, Хеллбендер захочет пополнить свою армию этими Виндиго? Если они не затаили обиду. Что, опять что ли? Про обиду все понятно. Крил, беги! Заманили нас в загон! Скорее на обед, на стол! Давайте постараемся не стать блюдом из жертв. Одну тварь меньше! Это было отвратительно! Берегите! Выписываю две таблетки от Полина! Как будто вся планета вышла с нами поиграть. Пусть подходят, для всех найдется по гранате. Выкури, ракета. Покажи это. Надеюсь, мы разберем хоть немного этих матросов, когда разбились. Дальше
что не всех, нам нужна передышка, Шон! Руби на кусочки! Давай, давай, полюбуйся! Руби уже! Осторожно! Ты знаешь, что делать? Поверить не могу, что эти снежные мартышки на нас набросили! Но мы все же на их территории! Да! Еще! Транс пошел в режим ярости, и я не знал! Здоровяк, знакомься! Это наш шанс! Я бы ей морду! Это было отвратительно! Дракс, уничтожь его! Убивать! Тут тупак! Надо было надеть что-нибудь потеплее! Да, мне кажется, они немного разозлились! И не вставай! Я вот что скажу! Если уж делать, так делать как следует! Ой-ой! Этим ему тем же! Леди Га! Что-то дико матерые ребята! Сорви! Как будто вся планета вышла с нами поиграть! Это моя любимая игра! Мой банка! Мой клинок справлялся и не с такими препятствиями. Гамора, вперед! До сих пор задница болит от этой поездки! Займись делом, а то сейчас еще кто-нибудь заболит! Это напоминает мне о нашей охоте в запретной зоне! Я хотел сказать, в карантинной зоне! Мы убили вожака. Теперь они должны отвязаться. Или отомстить. Это то, что мы приняли за лагерь? Не, эти руины тут тысяча лет. Смотрите, дым поднимается с другой стороны. Мы уже близко, но придется лезть наверх. Наверх-то мы залезем. Подожди, дайте осмотреться немножко. Что здесь есть? Да ладно тебе. На этой планете полно более опасных штук. А это просто куча мусора. Что-то лихо трясет здесь. Ну, скорее всего, да, скорее всего, тут больше ничего нет, я думаю. Давайте не будем затягивать. Очевидного нет ничего, поэтому... Хотя вот там что-то. Секунду. Может, наверху есть. Там, скорее всего, Гамора меня может подбросить, я думаю. А ну-ка, я сейчас гляну. А, блин, нет, нет, нет. Похоже, да, на такую прямую площадку, но... Гамора здесь не активируется. Грот говорит, эта штука тебя выдержит. Да я знаю. Я знаю, не тарахтите вы. Тарахтелки. Давай, поехали, Грут. Ладно, Грут, подбрось меня. Я есть Грут. Примерно настолько. Настолько не мера измерений. Грут поймет и так. Ладно, приготовьтесь. Сейчас я скину вам кое-что. Поберегись! Ха, подойдем! Как думаете, может, эти твари прятались в корабле? Пофиг, они сдохнут. Так, ну что, кто сдюжит? А, можно вот здесь оттянуть, хорошо. Еще разогнали мою кровь. Помогите-ка мне. Нужно приготовиться. Мы не знаем, откуда идет этот дым. Возможно, там враги. Может, там просто развели костерок и разливается каарианское пойло. О, может, там барбекю? Что за барбекю? Что? Вы никогда не ели барбекю? Мясо на углях, стейки-гриль, жареные куриные ножки? Что бы это ни было, пахнет оно... Трупами. Пахнет трупами. Ого. Это сделал Фум? Несомненно.
Смотрите, кажется, кто-то выжил. Кто здесь? Нет головы. У нее нет головы. Я думаю, этот отвратительный ком щупалец – ее голова. И она вас прекрасно слышит. Ты здесь одна? Как видно, уже нет. Что вам надо, мясные мешки? Мы пришли за Фумом. Беру свои слова назад. Да, я здесь одна. Скоро буду. Значит, ты знаешь, где его искать? Ага. Он переваривает моих людей на своем насесте. Это такой огромный ледяной обелиск, торчащий из ледяного моря на дне кратера. Не волнуйся, мы разберемся с Фумом. Не сомневаюсь, Зимнюк. Только когда будешь от него спасаться, не беги сюда. Я еще не все вещички собрала. Ты справишься? Тебе какое дело, Зимнюк? Я вернусь на контраксию и буду зализывать раны. Знаешь, это не лучший план. На контраксии сейчас не очень безопасно. Когда было иначе? Я серьезно. Может, тебе пойти с нами? Принять помощь незнакомца? На сегодня с меня хватит унижений. Я о себе позабочусь. Ладно. Но если услышишь что-то про обещание или матриарха, держись подальше. Буду иметь в виду. А кто ты такая? Что у тебя с головой? Почему у тебя вполне человеческие руки, человеческое тело, жаль твоих людей. Человеческое декольте, но при этом платить не нужно. Кстати, голова у тебя крайне странная. Ты же дочь безумного титана? И что? Расслабься. Мне не нужны проблемы. Хотя раньше я бы сдала тебя ради награды. Раньше я бы прикончила тебя за это. Ха, ну да. Похоже, сейчас у нас обеих есть дела поважнее. Похоже. Верстак поблизости. Да черт с ним, как-то он не особо нужен. Не, ну можно заглянуть, конечно. То есть он получается еще и огнедышащий, скорее всего, да, этот супер-дракон. Ну офигенно. Ну давайте заглянем, Верстак. Ага, не суйся. Эй, мертвяки! Вы не против, если я заберу ваше барахло? Нет? Спасибочки! Ой, блин, ракета, я тебя случайно включил, будем хотел считать, верстак. Нам разрешили. Да им все равно. В принципе, ресурсов у нас очень много. Магнит для добычи. Мы притягиваем трофей на расстоянии 15 метров. Ну, давайте возьмем. Сейчас уже как бы делаю, не особо важно. Делаю. Двойной взял. Выстрел. Нажатие кнопку выстрел заряжает выстрел. Отпустить кнопку выстрел, чтобы произвести. А, я не знаю. Мне это не очень надо. Сканировать врагов. Давайте возьмем. Та-да! Пускай будет. Если уклоняетесь в последний момент. Суперудар Квилла. Ну давайте вот это возьмем, звучит неплохо. И готово. Компоненты легче найти благодаря данным на визоре. Допустим. Давай, Сидня, затариваемся по максимуму. Что еще? Давай сюда. Что это? Неваляшка. Давай. Смотри, насыпай. Что это? Почему не могу взять? Давай, заряженный выстрел. Все, давай, сюда. Можно улучшение с пылу с жару. Короче, у нас одна фигня осталась, только вот это, да, идеальное уклонение какое-то. Заряженный выстрел. Дважды нажмите и удерживайте, чтобы зарядить выстрел. Отпустите. Наносит кинетический оглушающий урон. Локатор компонентов. Теперь визор может сканировать противников. Окай. Суперудар Квилла. Совершите рывок к врагу. Подобравшись к противнику, нажмите С. Ой, это сложно, сложно, непонятно. Не хочу. Я не хочу этим всем заниматься. Мне и так нравится драться. В принципе, с командой вполне себе. Так, а что там, кстати, за значок появился? Что это такое? Песню будем петь сейчас? Большая ледяная хрень в ледяном море, да? Есть, друг. Точно, приятель. Спускаться придется долго. Так, хорошо. Что еще здесь? А что за значок мигает? Что это значит? А, подожди, может, какие-то компоненты? Ну, допустим. Да черт его знает, на самом деле. Не знаю, что это значит. А, ну вот что-то, да? Ну, окей, а что ты не подобрал-то? Ну, и что? Как это работать должно?
Да я думал, это само как-то будет залетать. Короче, наверняка там какая-то супер кнопка, да? Ну ладно. Пойдем дальше. Дракс, что там такое, дружище? Метка охотников? Не ясно, чья. Она явно принадлежала одному из погибших. Видимо, установить ее не успели. Я возьму ее, чтобы увековечить нашу отвагу. Она станет символом нашей величайшей победы или славной гибели. Фум, конечно, опасен, но он ничто по сравнению с тем, что ждет нас дальше. Значит, символом второй по величию победы. Празднуем победы по одной. Так, а у нас получается здесь такая передышка, да? А если мы выйдем дальше, то, скорее всего, мы пойдем уже непосредственно к этому супер-дракону. Ладно, народ, пошли ловить дракона. Да, нам предначертана великая слава. Ну, ты, наверное, пойдемте радуешься в этой серии, друзья. Забыл, да. Забыл, как Фум разнес тот лагерь в щепки. Надеюсь, что мы быстро нас его найдем. Нас не разнесем. И опять серия точно, не будет на 2 часа. Точно, мы все преодолеем. А если будет на 2 часа, то значит будет на 2 часа, ничего страшного. Причем на этой планете буквально. Берегитесь! Альду наша скорость увеличивается! Тут я и умру! Нет, ты совсем спятила! Да ладно! Да офигенно же на самом деле! Насколько это опасно, это ужасно весело! Верно! Встретишь свою смерть с улыбкой! А, почему мне? А мне туда нельзя! Тихо! Тихо! Ой, ты жесть какая, какая жесть. Да ладно, вот так вот просто остановились, там скорость под 200 была. Удалось довольно быстро. Даже не хочу думать, как мы будем подниматься назад. Или как будем тащить наверх Фума. Мысли оптимистичны, мы можем умереть. Чепуха, мы победим, и наш подвиг наполнит нас силой десятерых. На севере Земли люди ездили на собачьих упряжках. Запрягали в сани несколько хаски. Хотя это меня запрягли. Вообще-то я думал о Виндиго, а Фум будет санями. Безумнее этого я ничего не слышала. Ха, а мне нравится. Опа, 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 а ну, Гамора. Нет, Дракс, Дракс в тряпках. Нет, Дракс, братан, прости. Я не готов пойти на это. Это слишком нелепо выглядит по отношению к тебе. А сколько тебе? Достаточно. Не скажешь? Такой старый? Нет, такой молодой. Меня создали, забыла что ли? Я не хочу определять себя только по количеству прожитых циклов. Умственно, грызун гораздо старше любого из нас. О, не думал, что может стать еще холоднее. Да уж, в такие моменты я рад, что установил на Милана подогрев сидений. Смотрите, впереди ледяной обелиск. Наверное, это оно, ледяное море. Отличное место. Здесь мы и бросим вызов великому зверю. Финфарфум, выходи и прими свою смерть! Ты что делаешь? Мы лишимся преимущества, если он узнает, что мы здесь. А еще мы не должны его убивать, помнишь? Кричите вместе со мной, продемонстрируем свою храбрость. Финфарфум, твоя смерть близка! Нет, не его. Торквил, давай! Финфарфум, пора стремнуть! Я есть труп! Ракета, твоя очередь! А что, назвал меня по имени? Ракета! Финфарфум! Мы так аккумулируем твой вмятский зад! Слышишь? Он тебя слышит! Ты чешуйчатый дырохвост! Кусок вмятского снатаргианского шрапмяса! Тебя нас не напугать! Приятно, правда? Вмят! Да! Еще как! А теперь раздеваемся! Не, обойдемся! Сюда! Нет, раздеваемся! Всему. Это физически невозможно! Что там, что там? Подожди, это что такое? Готовься, Финфанфум! Насладись. Останки животного, череп существа по имени... Не последний. Так-та-та-та-та? Что-то... Это я и имел в виду. Последние мгновения перед пленением. Может отобрать у него ножи? На всякий случай. Ой, что-то будет сейчас, друзья. Что-то будет по-любому. Что-то будет очень лютое, очень серьезное. Ой, жесть. Ну и где он? Может, спугнули? Не может быть. Фум рожден без трепета. С чего ты взял? В хладном сердце гаснущей звезды. Гаснущие и нехладные. А это была
Его логово там? Сейчас узнаем. Жесть! Какая жесть! И что и делать? Как мы должны пленить вот это? И сбив, и заставив подчиниться. Сначала надо пробиться через его ледяную броню. Готовься, Фух! Сейчас ты встретишься с капитаном горячие шары. Так, смотри, с груди броню сбили. Это хорошо, да? Поехали по ногам долбить. Есть, хорошо. Укротитель льда! Видите? Укротитель льда не такая уж плохая вещь. Так, стоп, давайте-ка неуязвимость врубим на время. А то что-то стрёмно. Так, по-моему, срыло сбили тоже, да? Нет, еще остается. О, отлично, все, готово. Не похоже, чтобы его мнение о нас улучшилось. Остался один. Молодец, Питер. Ну что, Фу, остыл немного? Или точнее, отдай! Да давай, я через это перерос. Похоже, он тебя послушал. А, блин, я не знаю, что делать на самом деле. Ой, жесть. Ой, жесть, да ладно, что-то дико лихо жарит он. Смотри, да, то есть мы хотя бы отсюда начинаем, уже хорошо. Так, окей, давайте сейчас попробуем разобраться. А, вот, груду подсобить. Да жесть. Подожди, можно? Блин. Нельзя активировать. Вот это копки! Да черт его знает, что делать с ним на самом деле. Короче, надо ждать, походу, вот этих моментов. Так, что наших там поджарило. Надо спасать. Давай, здоровяк.
полную силу! Он говорит с нами или с Бумом! Ракета! Взрывай! Заходи здесь! Заходи! Ты недостаточно сил вкладываешь в сражение! Это ракета! Это не используй! Что вот здесь делать надо? Мне просто интересно. Я только пытаюсь, что просто убегать. Готовься сдаваться, Бог! Очень долго, не знаю, что делать столько времени. Готовься, Бум, готовься сдаваться, Бум! Тебе понравится, леди Хеллбендер, честное слово! Я сумеха, дерево, сделай! Я что-то с вот этой фишкой не пойму, что делать надо. Почему-то только ракета активен в этот момент. А, все, там клавиша Е появилась, да? Надеюсь, это помирит нас с Хеллбендером. Лучше бы тебе называть ее должным образом, приличная встреча. Что, наверное? В сторону! Фокус, фокус! Фотосинтез! Орви их, Тигр! У меня столько крутых игрушек, которые я хочу опробовать! Ракета! Готовься сдаваться, Фокус! Казалось, что мы тебя потеряли. Он берет замах! Скорее! Он застрял во льду! Покажи им, Гамора! Сотри их в порошок! А он наше! Покажи, что умеешь! Надо бить полную силу! Лови, Зарья! Устрой нам салют, ракета! Надеюсь, это помирит нас с Хеллбендером! Да жесть! Это враг явно ждет меня!
Время больших фокусов! Готовься сдаваться, Фу! Он никогда не опозорит себя подобным образом! Давай, уби! На нем все, что осталось! На плоти не остается вмятин! Кажется, он бесится все сильнее! Так что прогресс есть! Запали свои ветки! Надо бить полную силу! А кто бьем не в полку? Ну, сейчас неплохо его пробили, на самом деле. Я подловил этот момент с клавишей Е. Осторожно, не сгорите! Потом спасибо скажу! Спасибо, Питер! Я великая сила не использую! Смотрите, давненько я ничего не взрывал! Удачи, Питер! Ой, блин, ноги повырубали. Берегитесь его! До всего! Да, очень тихо получилось. Тяни! Второй раунд! Похоже, тебе нужна помощь. Офигеть! Мы сражаемся с драконом! Ой, блин, что-то много. Да ладно. Так, летучка. Говорит, у нас нет шансов. Пора отступать. И вынужден признать это, Грут тут прав. Мы выглядим просто смехотворно, Квилл. Плевать на шансы. Я смеюсь в лицо опасности. Мы здесь, готовые побеждать. Так не будем тянуть и заставим их страдать. Кто со мной? Ощутите мой гнев! Повеселимся! Время... Смотри, куда ступаешь, Питер Квилл! Я чую, как у него из пасти воняет! Но он не включает эту фазу, кстати. Ракета! Фейерверк! О, сейчас будет. Вот такое, Кук! Тебя разоблачили! Так, вот сейчас, сейчас у меня до неуязвимость, да. Давай, 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 вот сейчас мы его собираем. Это же леди Хеллбендер? Да, да-да-да, это она. По-любому. Эй, девица! Эй, не надо! Нет, стоп, 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 стоп! Нет, леди Хеллбендер! Так, стой! Да ладно, она прям настолько матерая, никогда не поверю. Народ, стойте! Хеллбендер, мы пришли. Каждого настигнет мой гнев. Натюрморт. Повелительница монстров, ты обещала выслушать его. Слово дала.
Билла, надеюсь, здесь ты как раз красноречив. Мы сплоховали. Провели тебя. Обчистили. Убили твое дитя. Что сделано, того не воротишь. Но мы загладим вину. Квилл? Вы убили владыку драконов Кокарандора! Неожиданно. Судьба свела нас с тобой, лорд Фум. Последняя жатва началась. В космосе крики мертвых миров. Надо идти. Срочно. Но кто-то же должен дать отпор церкви. Мы просим, помоги. Ты платишь долг и влезаешь в новый? Нет, хотя я знаю... Довольно. Ты... Я соберу свое войско. Хорошо, идем. Друзья, на этом мы с вами сделаем перерыв ровно до следующей серии. Очень классно, очень эпично. Битва с драконом — это, пожалуй, лучшее, наверное, что было вот в плане сложности в этой игре. Я вспомнил времена Вова в World of Warcraft, когда там траили боссов, пытались понять тактику, там, когда ничего не понимаешь, что нужно делать, потом потихонечку разбираешься и уже в итоге побеждаешь босса. Но у нас относительно с первого раза, конечно, все получилось. Вроде как здесь есть контрольные точки прямо внутри сражения, и это на самом деле круто, это экономит кучу времени. Но бой был действительно эпичным, очень сложным, много всего контролировать приходилось. Приходилось даже поднимать напарников по очень много раз. Но главное, что да, мы победили этого дракона, и далее события прям вообще завернулись очень круто. Мантис реально крутая, я не перестану это повторять, она молодец, она столько всего здесь делает, просто вот мы не видим, да, мы видим в основном нашу команду, а Мантис там где-то за кадром все это дело тоже делает, и достаточно классно. Ну а на сегодня все, друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите советы, предложения, пожелания. Увидимся в следующей серии, пока-пока!